Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Город готов к зиме на 80%. Работы по ремонту теплотрасс завершаются. Просили, сделали. Региональный оператор по работе с ТКО сегодня демонстрировал оперативность реагирования на заявки. Новые ограждения, скамейки и даже бульварные диваны. Дело за рулонным газоном. Площадь Мочалова и бульвар Металлургов готовы почти на 100%. Благоустройство самарских дворов по программе формирования комфортной городской среды близится к завершению. У подрядных организаций остается чуть больше месяца, чтобы завершить ремонт всех площадок и установить оборудование. Укладываются ли в график в промышленном районе, проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Лариса Шалафаст. Старые горки и качели во дворе на Ташкентской уже демонтированы. Площадки выровнены и готовы для нового современного оборудования. Над проектом благоустройства вместе потрудились жители трех домов. Здесь будут несколько площадок, чтобы проводить время могли и взрослые, и дети. Вот здесь у нас рассчитано на зоны от 3 до 5 лет, от 7 до 12 и на постарше, то есть какие-то тренажеры. То есть мы рассчитываем, что двор большой, детей много, и причем, чтобы подросткам где-то было тоже интересно, не только мужам в песочнице поковыряться. С завтрашнего дня начинается установка детского оборудования, завтра планируем его установить, и послезавтра налить наливное покрытие резиновое. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт. Люди обратились с просьбой установить ограждение для небольшого сквера во дворе и обратить внимание на состояние контейнерной площадки. Еще раз, мне по сроку. У нас с вами мало архитектурные формы устанавливаются на следующей неделе, насколько я его услышал, да? С завтрашнего дня. Да. По асфальтировке работу начать и после. С завтрашнего дня асфальт. Начинают борты снимать. Смотрите, погоду. Я просто переживаю, что... Завтра, срок у них 1 октября. Во дворе на Георгия Димитрова игровое оборудование уже установили. Жители пожаловались главе города на качество асфальта. У нас сделали дорожки, вот вы видите дорожки, да? И до конца они их не сделали. Вот смотрите, что, какая ерунда получилась. Вмятины всевозможные, штрихи. Это мы поправим. Здесь еще предстоит привести в порядок деревья. Опиловка также запланирована по проекту. Новые игровые спортивные площадки появились и на улице Молодежная. Здесь остается доделать совсем немного. Следующая точка – Нововокзальная. По проекту, который затрагивает 7 домов, здесь ремонтируют тротуары, устанавливают игровые и спортивные площадки, делают новое освещение. Было темно, вообще по кварталу темно. Пройти невозможно было. Везде были ямы. Детских площадок был минимум тот, который, наверное, этапе строительства нужно было сдать. Можно посмотреть вокруг, детей очень много. И этого просто всего не хватает. Я думаю, что с этой программой благоустройства все у нас теперь будет на высшем уровне. Все дворы, которые сейчас в Самаре приводят в порядок по программе «Комфортная городская среда», должны быть готовы до начала октября. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Город готов к отопительному сезону почти на 80%. Работа коммунальных служб выходит на финишную прямую. По каким новым критериям в этом году жилые дома, больницы, школы и детсады получат паспорта готовности к зиме, расскажет наш корреспондент. К 1 сентября ремонт коммуникаций возле школ и детских садов должен быть завершен. Проблему нужно решить в кратчайший срок, до конца этой недели. Такие жесткие условия поставил первый замглавы Самары Владимир Василенко перед руководителями предприятий СКС и ПТС на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. За 4 дня нужно еще и привести в порядок участки, засыпать черноземом, посеять газон, восстановить тротуары и дороги с разметкой, знаками, светофорами и ограждениями. Речь идет о 12 проблемных объектах. Все сроки. Мониторить, ежедневно проверять, что сделано конкретно по каждому скрытию. Проверить мне и доложить. Перед началом учебного года территории рядом со школами и детсадами, где проводились работы по подготовке к зиме, будут отвечать всем нормам безопасности, пообещали коммунальщики. Согласно поручению, протокольному поручению Владимира Андреевича Василенко, нам поставлена задача произвести благоустройство по вскрытиям в районе муниципальных объектов, школ, детских садов, институтов и так далее. До 30 августа данные вскрытия будут, по данным вскрытиям будет выполнено полное благоустройство. Подрядчики все нацелены, договора со всеми заключены. Если касаемо работ по грунту, там мы производим работу своими силами. На самых сложных участках ремонта теплотрасс, улицах Ташкентская, Старозагора, физкультурные бригады продолжат трудиться до середины сентября. Ситуация штатная, опасений относительно соблюдения сроков работ нет.
А на трех теплосетевых объектах необходимые работы уже выполнены в полном объеме – на Некрасовской, Садовой и Победы. Еще одна тема, которая находится на ежедневном контроле у руководства города – глобальная подготовка Самары к зиме. Чтобы получить паспорта готовности, владельцы зданий должны отчитаться по 5 пунктам. Закрыть долг перед поставщиками энергоресурсов и коммунальных услуг, пройти гидроиспытание воды и теплоснабжения, получить добро на эксплуатацию газового оборудования и вентиляции, отремонтировать протекающие крыши. В прошлом году мы просто ждали прессовку это, и мы приняли, и как бы, а в этом году один из позиций не будет выполнен, мы не будем давать паспорт готовности жилого дома к зиме. И жестко отслеживаем по каждому критерию, району, и даем оценку подготовки жилищного фонда. Вот ожидаем, что на этом вопросе, естественно, и управляющая компания чувствует свою ответственность. По оценке городской администрации, управляющие компании подготовили жилой фонд к зиме почти на 80%. Такая же ситуация и с соцкультбытом. Однако впереди еще 3 недели, чтобы исправить ситуацию к лучшему. С середины сентября специальная комиссия начнет проверку каждого здания и выдачу паспортов готовности к зиме. А Самара должна получить этот документ к 1 ноябрю. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Просили, сделали. Региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами продемонстрировал скорость реагирования на заявки самарцев. Теперь обращаться в службу можно онлайн, через любую соцсеть. Ответ последует в режиме реального времени. Оперативность проверила Мария Левина. Татьяна Попова живет в Крутых Ключах, в доме прямо по соседству с контейнерной площадкой. Она лучше остальных ощущает неудобства, если они есть. Впрочем, это бывает нечасто, говорит женщина, и после первого же обращения к региональному оператору их оперативно устраняют. Я активно пользуюсь интернетом, доступна в любой момент, в любой соцсети, на связь выйти с ними. Потом у них есть своя страничка, свой сайт, то есть можно там оставить свои пожелания, претензии. Отвечают достаточно быстро и оперативно. Вывозят вовремя, чистят нормально, убирают. Шума машины и вывоза мусора не слышно, хотя вот рядышком живу. Проверить, насколько рекоператор оперативно реагирует на заявку, несложно. Отправлен запрос в одной из соцсетей. Ответ приходит через минуту. Тем, кто с интернетом еще в стадии знакомства, на помощь приходит председатель местного ТОСа. Он выступает в качестве консультанта. Если в микрорайоне жители обнаруживают проблему, они обращаются к нему, а он, в свою очередь, разбирается и передает заявку рекоператору. Очень активно нам помогают по КГМке. Крупногабаритный мусор. У нас часто бывает, что какой-то диваны, шкафы, что-то крупное такое, потому что здесь все-таки жители часто переезжают, меняют мебель. Все-таки это новый микрорайон, и этот мусор активно появляется, но в то же время его активно убирают. Всего в микрорайоне проживают порядка 70 тысяч жителей. Установлено 20 контейнерных площадок. В среднем одна площадка на 10 домов. Контейнеры здесь отличаются от тех, что установлены в других частях Самары. Один бак по габаритам равен двум тем, что мы привыкли видеть у себя во дворе. Обращаются к региональному оператору не только с просьбой вывести мусор, но и с вопросами по счетам в квитанциях. Например, чтобы сделать перерасчет, не обязательно бегать по кабинетам, достаточно оставить заявку онлайн. Все вопросы, которые задаются, конфиденциальны. Если предоставляется информация для корректировки и внесения корректировок в лицевые счета, данные передаются в расчетный отдел и в этот же день вносятся корректировки. Обращаться к региональному оператору можно и через Центр обслуживания населения, а также по электронной почте и горячей линии. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Дизайнерские скамейки и бульварные диваны, рассеянный свет и масштабное озеленение. В Самаре площадь Мочелова и бульвар Металлургов готовы почти на 100%. Подробнее Елена Малютина. Этот масштабный ремонт должен стать новым импульсом развития Металлурга. Завершается комплексное благоустройство проспекта Металлургов и площади Мочалова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни новых дизайнерских скамеек и 30 так называемых бульварных диванов. Урны практически на каждом шагу. В темное время суток здесь теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Осталось только уложить рулонный газон. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. Ноу-хау
Зашел для пешеходов и водителей. В Самаре впервые появился мощенный пешеходный переход. Плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется ежегодно обновлять рисунок зебры. Кому перчатки еще? Все. Все. Перчатки кому? Перчатки все разбирать. Моют лавки, метут тротуары, готовят клумбы к укладке рулонного газона. Уют и красоту наводят волонтеры. Благоустройство нашего любимого города – это святое. В 2011 году здесь очень было ужасно и впечатление так себе. А сейчас, вот в 2019 году, благодаря проекту «Комфортная городская среда», все видоизменилось, стало очень даже приятно ходить и гулять здесь. Когда оценить качество работ приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина, жители попросили их поставить дополнительные скамейки. Попросили побольше скамеечек поставить на площади Мочелова в зоне остановки общественного транспорта. Мы на эту просьбу среагировали. Самарцы смогут прогуляться по полностью обновленной площади Мочелова и бульвару Металлургов уже в День знаний. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Нет работы без трудового договора. В Самаре активно борются с нелегальной занятостью. О промежуточных итогах этой работы главе города Елене Лапушкиной отчитались главы районов. Что удается, а что нет, в нашем сюжете. Работники, которые не заключают трудовые договора. Индивидуальные предприниматели, которые не регистрируют свою деятельность. С этой проблемой активно борются власти, городские и районные. Регулярные рейды по рынкам, торговым центрам, разъяснительные беседы с нарушителями, совместная работа с силовиками уже дает первые итоги. Главная цель – не наказать, а перевести незаконный бизнес на легальные рельсы. В августе 2019 года администрация Ленинского внутригородского района выявила 326 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации. Из них 301 субъект оформил свою деятельность. Легализация трудовых отношений – важный для развития Самары вопрос. Это налоги, это достойные пенсии. Глава города Елена Лапушкина отметила, что работа районов в этом направлении будет особо эффективна, если к ней активно подключатся силовые органы – прокуратура, полиция. Мы с вами говорим о том, что мы защищаем людей и перед пенсионным фондом, да, что люди в дальнейшем будут получать пенсию. Мы будем с вами получать налоговые отчисления и многое-многое другое. В конце концов, у нас с вами есть и национальные проекты. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Решено, что сотрудники полиции будут участвовать в совместных рейдах по крупным торговым объектам. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Начать трудовую жизнь с чистого листа. В Поволжском государственном колледже запускается группа обучения для людей среднего возраста по программе «Токарь на станках с ЧПУ». Курс рассчитан на 72 часа. Затем студентам предстоит сдать экзамен. Получить новую профессию изъявили желание 9 человек. На первом занятии группы побывала Лариса Шалафаст. Инженер меняет профессию. Владимир Секуров много лет занимается автоматикой тепловых процессов. Недавно знакомый предложил освоить новую специальность – токарь и пройти бесплатное обучение. Старое вспомнить, не забыть, ну и научиться чему-то новому, понять, в чем изменения в нашей жизни. То есть раньше мы ручки крутили, вот, как мы говорили. А сейчас вот кнопочки нажали, программу правильно если вставили, то все должно быть, детали должны получаться сами. В первой группе 9 человек. Обучение проходит на новейших металлообрабатывающих станках с числовым программным управлением. Для студентов предусмотрены теоретические и практические занятия, а также мастер-классы от победителей чемпионатов World Skills. Через 2 недели обучающихся ждет экзамен по международным стандартам. Они должны будут сдать демонстрационный экзамен, где покажут свои знания, навыки и умения на изготовление детали. Деталь на экзамен будет взята с 7-го национального чемпионата World Skills Россия. Переобучение и повышение квалификации людей предпенсионного возраста проводится по национальным проектам «Образование и демография», региональные составляющие которых реализуются по федеральным проектам «Старшее поколение» и «Новые возможности для каждого». Задача такая, чтобы на протяжении всей своей жизни гражданин мог повышать и уровень своей квалификации, и свои знания, и профессиональные умения, и навыки. Поэтому это очень интересно, дать ему возможность по тем или иным причинам, которые у него возникают, поменять что-то в своей жизни и получить дальнейшее свое развитие. Люди предпенсионного возраста могут выбрать из 27 специальностей World Skills. Среди них слесарь, повар, портной, парикмахер, дизайнер. Чтобы записаться на курсы, нужно оставить заявку на сайте 50plus.worldskills.ru.
Лариса Шалафас, Николай Сидоров. События. Новейшие технологии на страже транспортной безопасности. Замена человеческого ресурса на интеллектуальные системы – основная задача работников транспортной отрасли. Новые системы способны эффективнее отслеживать и выявлять злоумышленников. На конференции, где присутствовал и наш корреспондент Мария Левина, презентовали некоторые из них. Террористическая угроза сегодня становится все более изощренней. Так взрывчатка может находиться как в обычных бытовых вещах, таких как фотоаппарат, фен или даже бритва, так и в мобильном телефоне. Причем, чтобы это взорвалось, не обязательно нажимать на кнопку, достаточно просто входящего вызова. Поэтому ответственные организации призывают быть осторожнее с неожиданными находками. Таких экспонатов здесь, на выставке в Самгуб, с десятки. Это то, на что транспортной охране нужно обратить особое внимание. Помимо примеров самодельных взрывчаток и оружия, здесь и образцы различных веществ. Их чуют по запаху служебные собаки или определяет специальный прибор. Экспозицию подготовили специально к конференции, посвященной транспортной безопасности. Необходимо переходить от привлечения контингентов человек, человеческого фактора, именно в автоматизацию. Это тот путь, который нас приведет к совершению количества охранников, повышению качества предоставляемых услуг и к снижению затрат. Самым интересным на интерактивной выставке эксперты называют прибор с искусственным интеллектом. Колонка с помощью специального микрофона в режиме реального времени передает звук с объекта, например, железной дороги, компьютеру, и он с помощью системы искусственного интеллекта распознает, кому или чему принадлежит этот звук, и выдает все данные на мониторе. Мы в автоматическом режиме фиксируем, это является тревожным событием или не тревожным событием. Кабель точно такой же проложен под землей, и мы фиксируем все шумы проезжающих автотранспорта, значит, перемещение людей. И это не является каким-то аварийным событием для городской среды. Но как только в охранной зоне, там, где копать нельзя, происходит строительная работа, сейчас это будет видно наглядно, начинается копание, там, где это нельзя делать, система это тоже слышит. Но она автоматически распознает это как событие, которое требует вмешательства человека, фиксирует на карте, заводит сигнал, собственно, и диспетчер может вовремя среагировать. Схожие технологии уже применяются в ряде высших учебных заведений и на закрытых предприятиях. Например, система видеонаблюдения с автоматическим распознанием лица. В случае с университетами система может предоставить все данные на студента, который попал в объектив камеры, вплоть до того, были ли у него прогулы. Такую систему планируют внедрить в Самарском метрополитене. В этом году город попал в федеральную программу по обеспечению транспортной безопасности и получил финансовую поддержку в размере около 1 000 000 000 рублей. Мы изучаем рынок, какие есть сейчас предложения, какие есть самые эффективные, самые выгодные, самые наиболее работающие, себя положительно зарекомендовавшие уже и решения, и программные комплексы, и аппаратура. Планируется оснастить Самарский метрополитен камерами видеонаблюдения, отвечающими необходимым современным требованиям, внедрить систему распознавания лиц, оборудовать помещения для досмотра, установить электронные замки в помещения, не предназначенные для посторонних. Определиться, на что потратить деньги, город должен в ближайший год. В метрополитене планируют обновить половину подвижных составов, другую половину – отремонтировать. Так, первые 4 новых вагона метро выйдут на пути уже весной следующего года. Мария Левина, Василий Кладашов. События. И в шутку, и всерьез. В Самаре прошла премьера нового сезона детского сериала. Первая любовь, дружба, школьные будни. В 11 короткометражках авторы рассказывают о том, что волнует подростков. С премьеры сериала репортаж Валерии Куценко. На премьеру кинопроекта «И в шутку, и всерьез» актер сериала Егор Жасан пришел вместе со своими коллегами по съемкам. В фильме играли школьных друзей. Все, как и в жизни. Перед премьерой ребята волнуются, ведь их покажут на большом экране. В съемках приняли участие более 100 детей. Егор играет в фильме «Ботинки». Это реальная история, где мальчик приобретает семью, несмотря на все сложности и проблемы в школе. Поработав с командой сериала, у подростка появилась мечта – стать оператором. Никитос, ты на русский идешь? Конечно, иду. Ну так пошли, хватит хвастаться своими галошами. Сам ты галоши, они фирменные. Актерам быть сложнее, чем оператором. Оператор просто снимает, а актер играет. Ну и все. Но мне больше нравится быть оператором, и я хочу быть оператором. Я волнуюсь. Я вообще текст не учу просто. Я подхожу, мне говорят, ты учишь.
не учил, я просто 2 минуты выучиваю текст и начинаю. Но дублей очень много, я не знаю, что делать, но я берусь силами и уступаю. Мама Егора тоже играет в этом фильме. Признается, сценарий привлек ее тем, что перекликается с реальной историей из ее жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбрали? Да, наконец-то. Вы их померили? По размеру подходят? Да, подходят. Мы уж тут все перемерили, правда, Никит? Мы поучаствовали, потому что этот сценарий очень близко лег к нашей семейной ситуации. Вот так вот вам скажу. А там посмотрите, уже разгадочку увидите. В сериале также приняли участие дети с ограниченными возможностями. Слабовидящие и глухие ребята из самарских и тольяттинских школ-интернатов. Для зрителей в фильме есть субтитры. Софии Погребняк настолько понравилось, что теперь она мечтает стать актрисой. Когда я играла, я, то есть, успокаивалась. Мне, то есть, главное, игра была, да? Пришли, мы предложили своих, они посмотрели, что подходит под роль. Пробный как прогон сделали, там, действий каких-то, вот. Ну, то есть поняли, что человек, ну, понимает, как надо действовать, вот, и тех отобрали, оставили. После премьеры все фильмы будут переданы на более чем 70 каналов страны, среди них и «Самара ГИС». Картины покажут уже этой осенью. Сериал создан Фондом развития детского кино «Сотворение», который стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации. Поэтому с начала учебного года будет снято еще 50 короткометражек в 5 регионах России – Самарской, Саратовской, Пензенской, Калужской областях и Республике Татарстан. Предыдущие фильмы Фонда сотворения можно посмотреть на YouTube-канале. Ролики пользуются огромной популярностью у подростков. На канале более 700 тысяч подписчиков и 300 миллионов просмотров. Есть очень широкая целевая аудитория, у которой есть потребность в этом контенте. Вот. Ну и у родителей тоже есть потребность в том, чтобы был детский визуальный контент безопасный, интересный и в то же время воспитательный. Вот такую задачу мы поставили для себя, создавая вот этот вот телесериал «В шутку и всерьез». То есть, с одной стороны, он занимательный и с юмором, а с другой стороны, он о достаточно серьезных вещах. В сентябре пройдет новый кастинг для проекта «И в шутку, и всерьез» для детей от 7 до 17 лет. Заявки на участие уже сейчас можно отправлять через соцсети проекта или на сайт фонда «Сотворение». Валерия Куценко, Григорий Плешаков. События. Впервые в Самаре определят чемпиона по пляжному футболу. В борьбу за титул лучшей команды страны включились 6 клубов из 5 регионов России. Суперфинал 15-го чемпионата России пройдет с 28 августа по 1 сентября. Подробности у Елены Малютиной. Уже завтра на этой футбольной арене зрители смогут увидеть в деле лучших игроков России. В 16:30 выйдет на поле действующий чемпион, который в прошлогоднем финале победил «Дельту» – футбольный клуб «Кристалл» против футбольного клуба «Сити» из Ленинградской области. Всего за титул лучшей поборется 6 команд из 5 регионов России. Формат турнира динамичный и непредсказуемый. Участники разбиты на 2 группы по 3 команды в соответствии с итоговыми местами в регулярном чемпионате. С 2010 года Самара регулярно принимает всероссийские турниры. Однако впервые на Волжской земле определится чемпион. Наша жизнь, в частности для меня, как для тренера, 20 лет сознательной жизни посвятил этому виду спорта. Как я могу к этому кубку относиться по-другому, как не любя, и не желать его в следующий раз еще поднять над головой? Кто хоть раз поднимал кубок чемпиона над головой, тот понимает и знает эти ощущения. Могу от лица как игрок пообещать то, что будет много зрелища, хорошая игра и хороший футбол. Работа по тому, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, она, конечно, ведется всеми структурными подразделениями администрации города. Хочу пригласить всех жителей нашего города посмотреть на сильнейших игроков нашей страны. Главный турнир страны по пляжному футболу пройдет в Самаре рядом с Первомайским спуском с 28 августа по 1 сентября. Финал состоится в День знаний в 15:00. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи!